Здравствуйте. Сегодня будем розеточку, цветок вырезать на камне. Станок у нас 12-18, 3 киловаттный шпиндель. Задаем размеры заготовки. Примерные размеры возьмем 100 на 150, единицы измерения миллиметры. Левый нижний угол, точка отсчета. Разворачиваем. Появился у нас 2D вид. Нажимаем файл, импорт, 3D модель. Выбираем нашу модельку. Вот, собственно, она у нас маленькая. Ее увеличиваем, размещаем по центру, сместим чуть ниже по Y, где-то на 50, немного 50-60, тогда приподнимем, и у нас ограничение должно быть по высоте 5 миллиметров. Уменьшаем ее. Будет у нас такая полугравировка. За это обязательно по нулям. Вот, у нас она на плоскости лежит уже. В принципе, здесь мы все сделали. Нажимаем вставить и закрыть. Так, вот мы ее загрузили. Смотрим здесь, переходим в 2D вид, полутонное черно-белое изображение включаем. Вот, собственно, оно у нас, зазор есть, зазор есть. Это для того, чтобы слияния векторов не было. Выбираем желтый цвет фоновый и создадим вектора, вектор из раста. Наружный удалим, он нам не нужен. И вот, собственно, граница, в которой будет работать у нас станок. Здесь мы сделали все, вектор создали, модель у нас загружена. Переходим в вкладку УП и обработка рельефа. Выбираем обработку рельефа, выбираем внутри выбранных векторов, змейкой, без угла, плоскость безопасности 10 мм у нас стоит по умолчанию. Нажимаем выбрать. Сейчас добавим инструмент. Так, фреза у нас идет V-образная, диаметр хвостовика 6 миллиметров. Даже нет, здесь, наверное, будет фреза под 5 градусов, под 10 возьмем. Нет, коническую, сферическую возьмем, диаметр 6, угол 10 градусов, радиус скругления у нас идет где-то миллиметр. Сделаем ее другой. Так, планы немножко переигрались. Рисунок довольно-таки крупногабаритный. Не будем использовать очень тонкую фрезу. Взяли с радиус скруглением 1,5 мм. Шаг оставляем 10 мм. Ну, можно, в принципе, 9 поставить. 10%. Подача миллиметра минуты. Здесь мы уже все выставили. Нажимаем ОК. Выбираем нашу фрезу. Опускаемся ниже. Выбираем наклонное врезание обязательно, так для того, чтобы минимизировать нагрузку на инструмент. Дублируем нашу заготовку, определяем и нажимаем сейчас. Вот у нас просчет УП-шки идет. Сейчас у нас она просчитается и проверим визуализацию, как, что у нас получится. Вот она у нас просчиталась, включаем имитацию среднюю. И вот, собственно, рисунок, который мы получим. Сохраняем упышку в формате Match 2mm. Нажимаем сохранить, подписываем камень, цветов. Вот у нас все. Сейчас пойдем резать на станок и тоже засниму видео.